Разговоры о том, что Набережно-Челнинский институт КФУ ждут очередные изменения, велись с начала этого года. И вот в преддверии нового семестра учебное заведение несколько меняет название. Теперь это будет Набережно-Челнинский политехнический институт. Дело в том, что в настоящее время после всех процессов слияния филиала КГУ и ИНЭКа большая часть вуза работает по инженерно-техническим направлениям. Однако немало и гуманитарных специальностей, таких как рекламисты, пиарщики, журналисты, психологи, экономисты и юристы. Что будет с ними? Мы не можем никуда деть эти специальности, то есть они в любом случае будут продолжать у нас обучаться, эти студенты. Просто, вы знаете, очень сложно позиционировать себя в партнерской среде, называя Набережно-Челнинский институт. То есть существенных изменений в работе института не произойдет, и на жизни студентов это не отразится. Кроме того, и дипломы они по завершении будут получать такого же образца, как и их предшественники, под шапкой Казанского Приволжского федерального университета. А еще в ближайшее время здесь планируется небольшое новоселье. Подготовка по гуманитарным специальностям будет осуществляться по-прежнему. В этом году мы переедем с социально-гуманитарным отделением в отремонтированное здание библиотеки КАМАЗа.